сейчас смотреть-то, конечно, нечего здесь. Но вот здесь вот штатный утеплитель, да? Вот он крепится вот этим. Он весь был прогрызан, остатки вот здесь вот лежали. Ну это я уже сам переделал потом. После этого еще раз залезал. Ну, погрызть не погрызли, но все в этих в отходах все там было здесь. Маша, он долго проходил с ним. Здесь все исходно, вон там уже даже прокопано. Это когда главный рынок убирали, ларьки, часть ларьков сюда перенесли. Ларьки, вот именно рыбные, ну как склады там, не торговали, а держали рыбу там. И вот с этих пор эти крысы развелись здесь. Зачем машина, не подскажете? Понятия не имею, она внезапно появилась здесь как-то, года два назад, наверное, так и стоит. Никто к ней никогда не подходил. Не сомневаюсь, что там тоже крысиные гнезда в ней. А долго вот трупик вот этот лежит? Ну, года полтора, наверное. Сколько стоял здесь ларек, вот этот, столько и проблем было. А ларек стоял, наверное, лет сколько, Сергей, примерно? Привет, Леоныч. Это самое, лет 10 как минимум. Старушка вот несет, ей не открыть ящик помоечный, понимаете? Вот в чем дело. Она ложит это самое возле помойки. А раз ложит, значит, это тоже рассадник. Для кого? Для крыс. Птицы. Птицы клюют тут, раскидывают все и все такое. Так, а вариант решения? Вариант решения, чтобы возможность крышки открывать. Хотя бы вот на педаль нажал, и две створки открылись, и все. Модернизация ящика. И все. Боже мой, хотя бы это.